Осторожно, на дороге дети. Сотрудники госавтоинспекции вновь провели профилактическую акцию «Юный пешеход». Дети являются самой уязвимой категорией участников дорожного движения. Они обладают недостаточным опытом и знанием ОПДД, что делает их особенно подверженными опасности на дороге. Именно поэтому полицейские проводят рейды, которые повышают уровень осведомленности детей о правилах поведения на проезжей части. На территории нашего региона за 3 месяца текущего года сократилось количество дорожно-транспортных происшествий на 38%, это с 13 ДТП до 9, а также сократилось количество дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними пешеходами на 37,5%, с 14 до 9. Сотрудники госавтоинспекции напомнили юным пешеходам о правилах перехода проезжей части и важности использования световозвращающих элементов в темное время суток. Также полицейские призвали водителей снижать скорость перед пешеходными переходами и строго соблюдать правила дорожного движения.